Разнастайныя тэмы, пытанні адпаведнай ступені цяжкасці, на роздум 10-20 секунд. Сёлета «Белавежская зіма» праводзіць юбілейны 20-ты турнір, арганізатарамі якога выступаюць Беларуская ліга інтэлектуальных каманд і Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны універсітэт. Изначально задумывался как турнір для незвёздных начинающих команд, но со временем вошел в большую, наверное, семерку республиканских турніров. То есть мы имеем лучшие команды Беларуси сегодня у нас здесь в зале. Усяго 45 команд, а гэта каля 400 удзельнікаў з Беларусі і замежжа. З цягам часу «Белавежская зіма» набыла міжнародны характар. Наша команда первый раз приехала на «Белавежскую зіму» в далеком 2007 году. Ну и с тех пор, по мере возможности, мы стараемся приезжать и не упускать этот турнир. Марата Калдыбаева интеллектуальные гульни захапили еще 7 годов тому. У Астане ён удзельнік команды «Резко континентальной». Однако сегодня пополнил склад команды «Горячие головы» с Гомеля. Мы списались с ребятами из Гомеля, договорились, что соберемся, ну точнее они соберутся, я к ним присоединюсь в качестве легионера. Удзел у мозговым штурме прымаюць і пачаткоўцы, сапраўдныя майстры сваёй справы. Дарэчы, у складзе некаторых каманд прысутнічаюць гульцы тэлевізійнага шоу «Што, дзе, калі». У іх ліку Александр Курзінар, які мае ні многа ні мала 15 гадоў практыкі ў інтэлектуальных гульнях. Ну, когда-то я учился в ВУЗе, у нас проводились тренировки. Тренировки вела Валентина Ивановна Голубева, двукратный обладатель «Хрустальной совы» Московского телеклуба. Я туда попал, вот с тех пор играю. Интеллектуальные гульни «Белавежской зимы» 2018 завершены. Кто забирает кубок, головный приз турнира, вызначить жюри по выниках двух заліковых гульняв. Анастасия Кудзіч, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».